Число жертв серии терактов в прибрежных сирийских городах может достигать 150 человек. Об этом сообщают сирийские СМИ. В Тартусе прогремело сразу несколько взрывов на автовокзале, а в Джебле целями террористов-смертников стал как автовокзал, так и станция скорой помощи. Как раз в районе этих городов находятся российские военные базы, пункт базирования флота в Тартусе и авиабаза Хмеймим под Джеблой. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». По мнению сирийских властей, целью терактов является окончательный срыв и так хрупкого перемирия, в нарушении которого обе страны постоянно обвиняют друг друга. В любом случае, это прекращение огня не распространяется на группировки, признанные террористическими, такие как ИГ или Джебхат ан-Нусра. Между тем, неясной остается судьба плана по организации совместных российско-американских авиаударов по террористическим группировкам в Сирии. О существовании таких планов заявляли в российском МИДе и в Минобороны. Однако представители Пентагона в выходные заявили, что, по крайней мере, на данный момент никаких переговоров об этом не ведется.